Всем привет! Начинаем очередное путешествие по городу Хельсинки. Наш северный сосед Санкт-Петербурга. Я достаточно часто бываю в этом городе и с каждым разом узнаю что-то новое. Вот. Ну вот, хотел бы вам показать некое произведение искусства, памятник. Называется «Памятник поющие деревья», созданный по мотивам стихотворения песни «Щуки» финского поэта Аара Хелакоси, который он написал в 28-м году. Но, к сожалению, вот те тексты я не нашел в интернете, хотя, в общем, переискал все, не смог найти. Вот. Памятник находится у Дома музыки, с обратной стороны Дома прессы. Представляет, да, что здесь еще размещается Академия Сибелиуса и Хельсинский филармонический оркестр. Для него здесь организована сцена. Автор скульптуры Рейо Хукканин. Скульптура установлена в 2012 году, но была сделана на севере Финляндии, и поэтому более 600 километров ее везли из северного муниципалитета Хельсинки. Огромная щука, выполненная из алюминия и стали. Высота щуки составляет 13 метров, весь монумент весит 49 тонн, ширина 6 метров, глубина 9 метров. Эта композиция вместе со щукой еще имеет два нагромождения роялей и березовых поленьев. Ну, вот такая вот скульптура, такой памятник, который называется «Поющие деревья». Точнее, это не памятник, это композиция. Вот, собственно говоря, и все, что хотел вам показать. Ну, достаточно интересно. Погода менялась прямо на глазах, когда я там был. Ну, вот что смог я, то есть фотографировал, сделал видео. Все, всем пока, всем привет. Но все же мне удалось отыскать в интернете текстовый файл этого стихотворения «Поющая щука». Вот. Но финский я, честно говоря, не знаю. Потом переводил переводчиком. Ну а смысл такой, что щука приплыла и решила попеть на озере. Вот. Но что-то у нее ничего не получилось. Поэтому, в общем, деревья смеялись. И она нырнула опять в это озеро. Но дословно, конечно, очень сложно там перевести, наверное, этот текст. Могут только финны перевести. Это то, что вот я попробовал перевести. Может быть, я, конечно, неправильно передал смысл этого стихотворения. Но, наверное, это и не главное. Главное, вот эта вот композиция, она очень интересная. Если будете в Финляндии, подойдите к местной филармонии, посмотрите эту композицию. Это интересно, поверьте мне. Теперь пока. До свидания.